Всем привет, я одна, сейчас вам мешает ужасная музыка, но ничего поделать с этим нельзя. И сегодня я вам расскажу то, что я покупала с моей подругой Дашей. У нее тоже есть свой канал, вы также можете подписаться на ее канал, найдите там, постарайтесь, по-моему, там Даша как-то подписана на короче-то. Так, первое то, что я купила, это вот такая помада. Она называется Lip Glow, Kissing Fruit Gloss. Она такая шариковая, со вкусом апельсина. Так, она очень приятно пахнет. Ну, она прозрачная, с ароматом этим. Второе то, что я купила, это как бы типа помада вторая была, тоже шариковая. Lip Gloss с ароматом малины. Вот такая вот, она тоже шариковая. Тоже прозрачная, конечно. Так, второе то, что было. Ой, третье сбила со счетом, извините. Это я уже съела, но это был такой кекс с красным сахаром. Так, потом я купила такой попрыгунчик. Он такой оранжевый с белым, очень хорошо скачет, 5 рублей в капитале. Он такой маленький. Потом я купила ногти, такие накладные, французские маникюры. Вот такие вот. Склеены за 30 рублей, тоже капиталь там. Ну, если я скажу, где это, вы все равно поймете. Ну, и, по-моему, все. То, что я купила. А, нет, я купила такие сережки. Сейчас я вам покажу, подождите-ка секунду. Ну, засняли. Ну, вообще, вот. Ну ладно, сережки я вам в следующий раз покажу, потому что они застряли. Ну, с вами была Марина, и подписывайтесь на мой канал ниже, вот здесь вот. Ставьте пальчики вверх, пишите замечательные комментарии. Я вас очень всех люблю. Всем пока.